motherfucker. Тебя немного погнуло, пока ты спала, походу ночью холодно было. Ну и сам, ребятки, с вами канал Олег Гейм, Let's Play Rock. Что происходит? Выживание в Ark Survival Evolved. Так, а мы движемся вон на ту скалу. Вот я уже вижу здесь кактусы. Вот кактус. Тем временем, мы добрались уже настолько высоко, пока металл мы не обнаружили. Баря, фаст. Я нашел металл. Ну, в общем, мы искали и мы нашли. Сейчас мы будем его грузить на наш специальный, в общем, на вон ту колючую штуку динозавра. Он способен переносить металл в больших количествах, так как очень выносливый, высокогрузоподъемный. Погнали добывать. Я добыл 45 металла. Мы добыли заветное железо. Мы потеряли шип, Варю, мое ездовое животное. На нас напал какой-то голем каменный. Он очень сильный, и он не дает свободно передвигаться. Саманный дом. Тени скал, чтобы сильно не сгорать от жары. Мы добыли кое-какие ресурсы, построили первоначальные предметы. Приручили несколько животных, нужных нам для добычи других ресурсов. Идем за кристаллами и обсидианом. Тут появился новый альфа-хищник. Сумчатый, кто там? Лев? Ты, по-моему, стоишь на подъеме. Ну, в смысле. Замри, замри. Нет, он не уснул, он заглючил. Да ладно. Что ему нужно? Я ему даю мясо. Ну, мне кажется, что он будет есть мясо. Ну, лев, ну, как бы кошка есть мясо. Так, ну, ты его приручай, и я пошел тогда за Баря 2.0. Огромная котяра. Сразу видно, убивать. Мы сейчас переоделись, нашли шелк, да, сделали себе вот такие вот пустынные наборы. Сейчас мы отправимся в очень опасное приключение. Я хочу сходить в разлом. Хочу показать вам, что такое разлом. Это как скала, только в обратную сторону. Нам бы еще добраться до туда живыми. И мы отправились в неведанный край нам. Смотри, а там какой-то мост есть, смотри. Паркур! Это что такое? Так, стоять, это что такое? Что за несанкционированные лаги? Походу и почва сейчас летит. Это Ютиранус, смотри. Да, я узнал его, это он кричит страхом. Пойдем, я вот знаю, вот я чувствую, сейчас ты закончишься тем, что ты упадешь. Ну это стопудово голем. Смотри, это голем стопудово. Да. Мы пробрались через все хребты и дошли до какого-то обрыва, внизу которого какой-то город. Я думаю, мы сейчас быстро спустимся после бури и разведаем обстановку. Чуть не взорвался. Посмотрите. Короче, я хочу себе одну из этих летающих. Интересно, есть кто-нибудь в этом городе? Ну, в плане живой там кто-нибудь. Мне кажется, здесь ничего интересного нет. У нас здесь какой-то мертвый город, прям. Но здесь есть много занимательных вещей. Во-первых, какая-то арена с каким-то люком. Посмотрите.